надо, когда продаем баранов, необходимо проверить семенники, чтобы оба яйца, чтобы не было крипторхов. Крипторх — это когда отсутствует одно, один или два семенника. А ухо порвано. Кстати, бирка была, да? Бирка упала. Кстати, крипторхи имеют свою ценность. Да, какая? Они не дают потомства. Потомства не дают. Но есть половой инстинкт. То есть их можно использовать как баранов-пробников. Для выявления самок в охоте. Для выявления маток в охоте. А, вот как. Если он прыгнет на матку, она не осеменится. А тем не менее он будет выявлять маток в охоте. То есть таким образом ты будешь оттуда брать, вычленять. То есть для гаремного содержания. Для гаремного содержания. Чтобы в последующем подпустить к нему баранов. Кроме того, когда ходит баран в стаде, постоянно ходит, матки дружнее приходят в охоту. Ну там ферменты там эти половые, да, вырабатываются. Гормоны выбрасываются, гормоны, в кровь, да, там, и так далее. И, то есть у тебя осеменение и ягнение происходит в сжатые сроки. То есть это более технологично. Ну да, в уплотненные, да, сроки все. Уплотненные это, сроки, это более технологично. Они быстрее растут, они ягнята все одинаковые, да, одновременно, да, можно их продать, как бы. Ага. То есть стандартное содержание для всего поголовья происходит. Да, и да.